вот она, я ее специально не посвящал, но сейчас я вдруг подумал, что оговорка была не случайна. Мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили сегодня также еще одного человека, Михаила Горшенева, очень мной любимого, замечательной сказочной группы. И, в общем-то... И не нужен больше ключик золотой. Буратино сделал все, что мог. Дверь открыта. Спит мальвина сладко-сладко. Артемон храпит без задних ног. Папа, не хочу быть больше куклой. Криворучках. Стыдно вспомнить, папа, что я ножками топтал. Помнишь, как ты куртку продавал, чтоб купить мне этот мир в подарок? Длинным носом я дразнил кухарок. Вгонял, что за лужи не бывает гажа, что за вонь тебе не снилась даже. Папа, не хочу быть больше куклой. Доставай рубанок с топором. Хочу быть деревянной куклой, папа. Я хочу быть кораблем. Пусть на длинный нос натянут ванты, чтобы он не гнулся на ветру. Колпачок разорван, поднят парус поутру. Эй, мальвина, хватит гладить банты. Брось парик и в порт беги скорее. Там уже Пьеро ползет парее. Не боясь, не Настя крепит снасти. Строгий карабас на бедной дудке блюз играет в качестве полудки. Вся команда кукольная в сборе. Пусть они на мне выходят в море. Папа, не хочу быть больше куклой. Благодарю. Сладил ты ни лодку, ни корыто. Гордый брик идет встречать зарю. Мы плывем туда, где дверь закрыта. Что рыдать, Арман?
бардачке. Ключ, я знаю, у тебя в руке. Папа, не хочу быть больше куклой. Сразу это делаю. Первым делом подключаю гитару. Александр Чернышов.